И едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем. Впрочем, ничего нового. Латав, здравствуйте. Привет. Вы меня не схватите? Нет. Да нет, вроде. Ладно, тогда я пойду, пожалуй. До свидания. До свидания. Чё это, блин, за него тронет? Я уже разобрался, как ехать. И сегодня мы пойдем. Заткнись. Заткнись. Сейчас вот покрутим вот так вот. Приехали. Фрози, у тебя призрак между ног. Где? У меня между ног только нижняя часть. Всем привет, вы на канале Алекс и Бет. Сегодня у нас будет... За тебя я замуж не выйду! Задаю вопрос. Я внимательно вас слушаю. Хочешь понюхать мой окорочек? Конечно, всегда хочу. Оу май! Ладно, Алиса, спасибо за ответ. Теперь ответь на другой вопрос. Это моя самая любимая, походу, фоточка Инстаграма. Потому что папа решает все. Стоп. Так ты же не папа. В смысле не папа? Ты же не отец, тебе всего 14. У тебя даже девушки нет. В смысле? В смысле? Ваш персонаж имеет отношение к бумаге? Ко мне. Опа! Ну, видите, это время для тебя, доктор Маш. Стоп! Что? Вот! Вот так правильно лечит доктор. Обращайтесь! Всем помогу! А моя кружка совсем пустая. Что? Он бесплатный, что ли? Покупайте сок какой-то. Очень вкусный. Решил присесть. Это не я. Точно не ты? Точно! Точно!
хочешь у меня? Итак, что мы видим? Добрый вечер, я диспетчер. Не желаете банан на вечер? Плюс 24, ясно. Ух ты, прям Маруся нам прогноз погоды показывает. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Вот и поговорили. Ну, дизлайк тебе ставлю на это. Ответ не соответствует вопросу. Моя речь не сразу распозналась. Неверно озвучен текст. Обидный или оскорбительный ответ. Другое. Да нет, все хорошо. Да нет, все хорошо. Понятно, спасибо. Да не за что. Это так мило с вашей стороны. А мне вы кажетесь самым чудесным созданием на планете. Ты в меня что, влюбилась, что ли? Это прекрасная новость. Ага, ага. Хорошо. Слушай, Алис... Ой, тьфу. Жаль, но я не знаю, что ответить. Thank you.